Вот это вот называется пицца. А здесь вот у меня наполнитель из сыра. То есть берут блин, раскатывают большим диаметром, в краешек добавляют это сыр, потом заворачивают, и получается потом такой вот этот краешек надувается. Хотел я это дело расковырять, но блин, не получается. Ну ладно. Пицца просто великолепная. Этот салат, вернее, эту траву я заберу дома. Потом доем дома, когда буду. Конец.